Добрый день, дорогие подписчики, уважаемые гости моего канала. Поставьте лайк, подпишитесь, если вы впервые у меня. Мишка-топтышка, Борис Захадер. Жил-был в лесу медвежонок-топтышка. Медвежонок был как медвежонок. Маленький, мохнатенький, косолапенький. Жил у мамы с мамой в берлоге. Хорошо жил. Только раз приходит этот топтышка домой, весь в слезах. «Не хочу быть больше медведем!» — ревет. «Это почему же?» — удивились мама с папой. «Да как же!» — всхлипывает топтышка. «Совсем задразнили!» Зайчонку случайно толкнешь, ах ты, медведь косолапый. Лисенку на ногу нечаянно наступишь, ох ты, медведь неуклюжий. Как-то на дерево полез, сучок сломался сам, а сорока кричит: «Так, так, так, форменный медведь, обидно». А сегодня с барсучонком боролись, он мне ножку подставил, ну я и упал. А все сразу: «Эх ты, еще медведь называется!» И разрепелся. Мать сразу в буфет полезла. «Покушай медку, сынок, кушаешь ты плохо, вот в чем беда!» А папа задумался, а потом и говорит: «Есть, сынок, одно средство твоему горю помочь. Да оно волшебное». «Волшебное? Это хорошо!» — облеснулся топтышка. «Ну, довольно трудное», — закончил папа. «Трудное? Ну что ж, медведь трудности не боится», — храбро говорит топтышка. Он эту медвежью поговорку не раз от папы слышал. «Тогда слушай, для начала придется тебе каждое утро гимнастику делать». «Ой, ой, ой!» – топтышка говорит. «Ойкай, не ойкай, придется!» – строго сказал папа. «А как сделаешь гимнастику, будешь волшебное слово повторять. Запоминай! Я топтышка! Не топчумпа, я гипнамба, научумпа, намба, томба, захотемпа, шевелюмба, топотемпа». «А дальше что делать? Потом узнаешь, сам догадаешься». «Ничего не попишешь. Начал наш топтышка гимнастику делать. Каждое утро пятки вместе, когти врозь, наклоны, приседания и так далее. Сперва трудно было, а потом даже понравилось». И вот в один прекрасный день стал он после гимнастики волшебное слово говорить. И оно вдруг по-другому оказалось. «Я на мемба, не тачумба, я и мемба, научумба, намба, томба, захотемба, шевелюмба, да потемба». Переполошился топтышка. «Что это значит?» – думает. «А главное, что теперь делать, как быть?» Хотел было у папы спросить, да подумал. Подумал и правда сам догадался. «Бемба – это, наверное, бегать. А кто лучше всех бегает? Известно, заяц». Пошел нам наш топтышка к зайцу учиться бегать. Что вы думаете, немного дней прошло, и топтышка наш чуть самого зайца не обогнал. И в этот день волшебное слово опять немножко переменилось. «Я на мемба, не тачумба, я и пламба, научумба,
Нам потом бы захотем бы, шевелюм бы да потем бы. И отправился наш топтышка к выдре плавать учиться. Лучше выдры, известно, в лесу никто не плавает. А потом пошел учиться к оленю, а еще потом по деревьям лазить. Белка его учила, все жалела, что хвостик у топтышки коротковат. А то бы, говорит, я тебя с дерева на дерево перепрыгивать научила бы. А еще потом стал в футбол играть и волейбол еловыми шишками. Словом, когда осенью в лесу состязания по борьбе устроили, он не то, что барсучонка, трех взрослых барсуков на обе лопатки уложил. В лесу все давно забыли, как топтышку дразнят. Какое там, кого не спроси, каждый скажет. Топтышка? О, он у нас молодец, настоящий спортсмен, чемпион. Говорят, его люди даже к себе на Олимпиаду позвали. И там он на воздушных шарах летал. Что ж, возможное дело. Сказки конец, вроде да. Ой, нет, чуть не забыл. Надо еще волшебное слово с медвежьего на простой человеческий язык переложить. А то вдруг кто-нибудь по медвежье не понимает. Даже тот, кто в детстве слаб, неуклюж и косолап, станет ловким, станет стройным, станет сильным, как медведь. Только надо очень-очень-очень сильно захотеть и немножко попотеть. Дорогие ребята, ставьте лайк, подпишитесь, мне нужно 20 тысяч подписчиков заиметь. До следующего видео.